Бизнес-модель нового формата. В областном центре открылась Ивановская композитная мануфактура. Преимущество предприятия заключается в том, что оно не привязано к выпуску типовых изделий. Из композитных материалов, углеволокна и карбона специалисты могут создать практически что угодно, в зависимости от пожеланий заказчика. Композиты на стадии проектирования, они, в общем-то, задают свойства. То есть можно выбрать определенный композит, он может быть или очень прочный, или очень легкий. Вот. А по цене тоже достаточно интересно. Сейчас технологии у нас здесь новые и примерно равны стоимости производства из алюминия уже. То есть, если раньше когда-то карбоновые, допустим, велосипеды оказались гипердорогими, да, и огромной роскошью, да, то сейчас это уже роскошь доступная. Инвестпроект представили еще в 2016 году на промышленном форуме «Золотое кольцо». Предприятие занимает 1200 квадратных метров. Меньше года потребовалось инвестору, чтобы с нуля создать современное производство. То есть я правильно понимаю, что какой-то номенклатуры того, чего производить, ее как такового нет? По идее не может быть, есть технология. Нет, то есть все, есть, что можно сделать. То есть вы будете, допустим, какая-то номенклатура не пошла, вы совершенно верно. Гибкое производство, да, это первое гибкое производство, новая производственная модель. Может, то есть это не в смысле, что дня. Это... То есть это не завод по производству нет, чемоданов, который, если на чемодан нет спроса, то это катастрофа. Нет. То есть нет чемодана, значит, стали делать стойки для ресепшн, аэропортов или так далее. Руководство предприятия отмечает, что практически все оборудование отечественного производства. А вот работать будут не только на внутренний рынок, рассчитывают на клиентов из-за рубежа. Здесь рады сотрудничеству не только с крупными фирмами, но и индивидуальными заказчиками. Уникальность предприятия в том, что на нашем предприятии практически весь ряд технологически прописан, то есть вся технология, начиная от инжиниринговой части, заканчивая цехом там, готовой сборки. Все вот эти этапы, они соблюдены, и они у нас присутствуют на нашем предприятии. В этом его тоже уникальность. В случае необходимости производственные мощности можно нарастить, наладить работу в несколько смен. Руководство уверено, что все затраты окупятся в самые короткие сроки. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.